Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 109. Я продолжаю тему Landing Page на компоненте SP Page Builder, бесплатная версия, на бесплатном шаблоне. В этом уроке я хочу вам показать, как реализовать якорное меню на вашем лендинг-страничке. Что такое якорное меню? Это у нас меню, как правило, находящееся в шапке сайта. То есть в данном случае я буду использовать стандартное меню самого шаблона Helix 3. И по клику по менюшке у нас будет прокручиваться страница до нужного бокса, да? То есть до нужной колонки. А вот пример. То есть я кликнул, прокрутило до моего места, где я указал. Давайте такое реализуем. Для плавной прокрутки страницы нам понадобится бесплатный плагин. Данный плагин вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет в описании к этому видео. Как обычно, кликаем расширение менеджер расширений. Данный плагин я перетаскиваю в эту область, загрузить и установить. Плагин у нас установился и автоматически он включился. Далее мы с вами у шаблона удаляли меню, у нас меню нет, но мы делали, если вы помните, дубликат шаблона. Я вас тоже просил это сделать в предыдущих уроках. Для этого мы переходим в расширение менеджер шаблонов. Вот копия моего шаблона. Я просто назначаю его по умолчанию и захожу в него. Далее на первой вкладке настроек, вот в параметре head я отключу меню. То есть это у нас как бы меню всегда видно будет при прокрутке. То есть я просто не хочу его таким использовать, поэтому я у себя его отключаю. Далее я нажимаю сохранить, иду на сайт, обновляю страницу. И вот у нас меню появилось стандартное данного шаблона. У нас есть Home. Теперь мы должны придумать какой-то пункт меню, который будет прокручиваться вот до второго блока. Для этого мы переходим с вами в меню My Menu. Создаем обычное меню. Кликаем выбрать и выбираем системные ссылки. В выпадающем списке выбираем внешний URL. Называем как-то меню. Далее вы копируете адрес вашего сайта, прописываете в поле ссылка. Далее мы обязательно ставим вот такую решетку и название якоря. А название может быть абсолютно любым. То есть в данном случае это единица. То есть одну часть мы уже с вами выполнили. Нажимаем сохранить, закрыть. Давайте обновим страницу. У нас появился пункт меню демо. Если я кликаю, пока ничего не происходит. Переходим в SP Page Builder страницы, заходим на нашу страницу, то есть вот она вторая секция. Чтобы у нас страница прокрутилась именно вот к верхушке нашего блока, где-то вот так, нам нужно добавить в первой вот колонке addon, то есть так бы мы добавили HTML код, но так как это только для Pro версии, я использовал здесь текстовый блок. То есть мы кликаем, открываем текстовый блок, в поле контент все удаляем. Далее кликаем Tools и выбираем, кликаем вот сюда, это всплывающее окно, вставить HTML. Есть вот такая конструкция, посмотрите на нее. Вы должны это самое прописать, то же самое. Вот между кавычек здесь идет название якоря, вы помните, я назвал его единица. То есть вот прописываем вот так. Тут, конечно же, ваше название якоря. И вот здесь вот может быть какой-то текст, если он нужен рядом с якорем. Если текста никому не нужно, то будет конструкция выглядеть у вас вот так. То есть на английской раскладке вот так вот напишите этот код маленький. Я его отсюда просто копирую и вставляю здесь. Окей. И по сути все. Нажимаю Apply. Только обратите внимание, что текстовый блок у нас разместился в самом низу. Если мы так оставим, то будет прокручиваться ниже, где-то вот так прокрутится. То есть лишнего, да? Поэтому мы этот текстовый блок размещаем на самый верх. Нажимаем сохранить, идем на сайт, обновляю страницу, кликаю на демо, и у нас прокручивается к нужному блоку. Таким образом, вы можете сделать все пункты меню, какие нужны для любого блока. На этом данный урок я заканчиваю. Надеюсь, для вас он был полезным. Если это так, поддержите меня лайком и подпиской на канал. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга,
для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.